Вопросы жителей Сходни сегодня детально разбирали на совещании с главой округа Дмитрием Волошиным. В ходе обсуждения озвучили, в микрорайоне взялись за строительство новых социальных объектов. Мы в этом году начинаем проектирование и строительство на 1100 мест второй школы на Сходне. Также строительство двух детских садов на Сходне. Плюс детская поликлиника мощностью 200 мест, которая строится, будет в этом году введена в эксплуатацию. 5 социальных объектов в одном микрорайоне. Работы планируют закончить до конца 2022 года. Пробки. Эту тему также затронули на обсуждении. Проблема, в частности, касается Исходни. Через микрорайон проходит транзитный транспорт, что приводит к заторам на улицах Первомайской, Железнодорожной и Кирова. Желающим попасть в центр приходится в час пик стоять по несколько часов. Пробки на дорогах – это не только Исходни проблема. Это проблема всего округа, и она на первом месте стоит. Для чего делаются определенные меры, в том числе для разгрузки Новосходнинского шоссе строится Машкинский путепровод. И это миллиарды рублей, выделенные нашим губернатором Андреем Юрьевичем Воробьевым для строительства Машкинского путепровода. Сейчас идет проектирование. Новосходнинское шоссе – один из самых проблемных участков. Строительство развязки поможет существенно освободить дороги Химок.